Так, всем привет. Сегодня мы приехали с Аней на рыбалку. На такой вот кемпинг, называется Косачи. У нас сейчас запрет на щуку в Беларуси. На щуку и на другую рыбу, поэтому решили на платник съездить. Вот такое вот у нас озеро. Как вы видите. Там же все занято, тот берег. В принципе, небольшое, но очень хорошо все сделано. Такая вот у нас беседка, мангал, лавочки, мусорка. Вот вторая кладка еще нам в придачу идет. По стоимости человека получается 15 рублей. Ну, это в районе 7 долларов. Беседка дополнительно тоже стоит 15 рублей. И если втроем приезжаете, то беседка дается бесплатно. Вот. Будем ловить на фидер. Тут также есть щука, линь, карась, карп. Я буду ловить только на фидер. Саня взял еще с собой спиннинг, будет пробовать разловить свой новый спиннинг. Так что посмотрим, что там выйдет.
Итак, снасти мы расставили. Я тут еще одну удочку закинул. Два фидера. Такой вот у нас уже рассвет произошел. Пока поклевок не было. Ловлю я на кукурузу. Взял еще опарыш и червя с собой на всякий случай. Вот, Саш тоже уже раскинулся, пробует на спиннинг ловить, на воблер. Людей все прибывает и прибывает. Так, минут 30 прошло, пока не клюет. Пойдем посмотрим, что у Сани там творится. Как он ловит щуку. Так, возьмем фотоаппарат. Может быть, пофоткаем что-нибудь. Ну что, не берет? Сейчас возьмет. Ну как спиннинг? Я шикарно. Я тоже так думаю. Ну давай посмотрим, что ты поймаешь. Может быть, смазка немного гуще стала. А попробуй вдоль камыша бросить немножко. Только, ну, не на мою леску. Так, у Сани первая поклевка. Ну что? Есть? Достанешь? На удочку? Точно? Ну, блин, я за подсаком. Такс. Подвинься. Давай. Так это щуку вообще поймал. Ну, на удочку. Вот этот прикол. И не перекусила себе леску. А на что ты ловил? Два опарыша и мотыль. На опарыш и мотыль? Да. Ну, нормально, в принципе. А ты вертушку бросаешь. Я вертушку, воблер, зипбейл, корбит. Не туда ты бросал, походу. Ну, покажи. Ой, бля. Она сошла уже. Она вот сейчас откусила, походу, этот. Ну, покажи. Давай подержу. А, такая прикольная. На что, на опарыша? Два опарыша и мотыль. Запомнили все? Два опарыша и мотыль и удочку. Все. Все просто. Ну что, пускаем ее? Итак, первая рыба была, как вы видели, щука. Сейчас думаю проверить вот этот фидер. Хочу там поменять оснастку, немножко мне не нравится, что там стоит. Поставлю немного другое. Кукурузу сниму, на этом оставлю кукурузу. На этом сниму, попробую чисто опарыш и мотыль. И будем дальше ловить. Так, давайте доставать. Может быть, еще попробую поближе бросить, не так далеко. Вроде там у парней на том берегу. Недалеко от берега рыба клевала. Так, поставлю такую пружинку.
Ну и такой один поводок. Посмотрим, может на это лучше будет брать. Небольшой крючок у меня такой. Попробую три опарыша и немного мотыля. Вот так вот. Прикормка у меня не покупная, самодельная. Там всякая каша, печень трески, кукуруза. Ну, в общем, вот такой вот бутерброд сделал. Будем закидывать. Так, каша. Готово. Будем ждать. Чуть позже начнем мангал распаливать. Шашлыки сделаем. Рыба гуляет, она видно, что гуляет. На том берегу, слышал, парни поймали уже пару карпиков небольших. Но мы пока ждем. Кроме щуки, пока поклевок не было. Что? Нет, спасибо. Нет. Что? А я не заметил. Вернее. Опа, есть. Я же говорил, рич надо ставить. Нет, небольшая. Как она трепещет. Видишь, какая? Кидаю, кидаю. Сашка. Давай так под нее проверим. Или не будем проверять. Ну, в принципе, недорого. Ну вот. И разловил. И я твой спиннинг на, держи. Такая. Небольшенькая. Бойкая. Вот такая вот щучка попалась на Сашкин спиннинг. Решил попробовать. Он довольный. Разловил новый спиннинг, говорит. Так, ну щука тут ловится. Осталось нам карпа поймать. На том берегу опять поймали карпа. У нас пока молчание. Даже секретная прикормка не работает. Да, даже секретная прикормка не работает, про которую я уже чуть-чуть сказал, что там печень трески. Уже один ингредиент рассекретили. Пока не работает. Но пока не работает. Хотя, сейчас вот вам вставлю фото. Вот. Вот на эту прикормку на одном водоеме мы столько карпа наловили. Мелкого. Ну как мелкого? Нормального. Хотя мелкого. Все-таки мелкого. Да.
Собака. Скажу, жрать не даете? Ну, сейчас что-нибудь дадим. Иди побегай пока. Так он же... Еще не готово. Ваш заказ не готов еще. Классно сделано, мангал у нас есть тут. Если на ночь кто-то остается с скамейки, костер можно распалить. Все для людей сделано. Единственное, что вроде с этой стороны палатки негде поставить. Есть только наверху там. Ну, либо в машине спать. Окей. У барбосу зубки острые. У местного. Да? Кормят себя тут рыбачки, наверное, все. Ну что ж, друзья, будем, наверное, собираться. Уже 2 часа дня. С 6 до 2 дня у нас ни одной поклевки таки не произошло. Пробовали опарыш, кукурузу, мотыль, червя даже пробовали. Ничего не хочет брать. На том берегу, кстати, у людей клевало. Один мужик сразу 2 карпа на 2 крючка поймал с одного фидера. И сразу же он не успел тебя достать, сразу же линя поймал. Потом через, наверное, минут 20 его сосед в другой беседке поймал такого, ну, точно не могу сказать, но явно больше килограмм карп. Отсюда было, ну, плохо видно, но видно было, что что-то такое немаленькое. Вот, поэтому рыба предпочиталась, как обычно, тот берег. Вот, но мы не отчаиваемся. Место на самом деле красивое, хорошее, уютное, хорошие беседки, хорошая администрация, хорошие цены, недалеко от Минска. Вот. Люди подъезжают, уезжают периодически, многие с семьями приезжают. Поэтому приезжайте сюда, рекомендую. Ну, а рыба не клевала. Я уже ранее говорил, что... Холодная погода стала, вот видите, ветер поднимается, дует постоянно. Это еще нормально. Еще полчаса, час назад был вообще такой ветер, что невозможно было стоять. Вот, ну плюс температура была плюсовая долгое время, а сейчас вот снижается. Всем пока.